сообщение о заложено новую точку воды в городской сотнице за жарную разрушение вещества, после скопления залезли занесения грязи на воздух тепловодилища для заслуженного подхода. Резервуары были построены год назад, чтобы избежать сравнения океана. Однако к настоящему моменту почти все они переполнились. Перекачка зараженной воды в новой области ситуацию не спасает. Сегодня в пробах морской воды зафиксирован рекордный уровень радиоактивного штрития. История по толще воды. Воронежское водохранилище хранит останки старинных врагов. Жители 17 века. Дайверы совершили уникальное понижение и установили на судно жопе Андрея Шпитова. Александр Рединов, Астрочек. Северный ветер и сильное течение едва не сорвали планы дайверов. Здесь, на 25-метровой глубине, лежат останки древнего судна. Якорные доски, бойницы, причальные транцы. Такие в 17 веке использовались при строительстве кораблей. Адмиралтейская площадь. Именно здесь, в 17 веке, по распоряжению императора, началось строительство кораблей. Поэтому Воронеж и претендует на звание колыбели российского флота. Останки древнего корабля дайверы нашли в 250 метрах от берега. В 80 метрах проезжая на дне под толстым слоем ила и песка. За 10 лет в Воронеже бетон было построено 280 кораблей. Многие из них так и не увидели большой воды. Тем не менее, по мнению участников проекта «Колыбель российского флота», даже затонувший корабль ставится в строю, а значит, на нем должен быть поднят Андреевский флаг. Для того, чтобы встретить исторические две эпохи. И корабль...